Добавляю в фарш новый ингредиент, и простое знакомое блюдо становится еще вкуснее. Любимое сочетание в новом исполнении. Новый рецепт, который теперь готовлю постоянно. Начнем с капусты. Нам понадобится примерно 350-400 грамм. Капусту нарежьте тонкой соломкой. Мне удобнее всего это делать просто с помощью ножа. Теперь лук. Для начала нам понадобится одна средняя луковица. Нарезаем ее довольно-таки мелко. Вот так должно получиться. Теперь займемся морковью. Нам понадобится одна средняя морковь. Измельчаем при помощи терки. Вот сколько моркови должно получиться. На небольшом огне разогреваем сковородку. Наливаем немного растительного масла и высыпаем нарезанный лук. Будем обжаривать пару минут, а пока подготовим чеснок. С помощью ножа измельчаем несколько зубчиков чеснока. Добавляем чеснок по своему вкусу. Я люблю чеснок и поэтому добавляю его довольно-таки щедро. Но можно ограничиться и одним зубчиком. Высыпаем измельченный чеснок в сковородку к луку. Перемешиваем и все обжариваем. Теперь высыпаем морковь, натертую на терке. Снова хорошо все перемешиваем и обжариваем пару минут. Теперь пришло время добавить капусту, которую мы уже нарезали соломкой. Высыпаем капусту в сковородку, перемешиваем и обжариваем около 5 минут. Затем снимаем с огня и даем немного остыть. Фарш выкладываем в удобную глубокую емкость. Можно использовать любой фарш, который вам больше всего нравится. Высыпаем 3 столовых ложки кукурузной крупы. Именно этот ингредиент сделает привычное блюдо еще вкуснее и полезнее. Разбиваем одно яйцо, этого будет вполне достаточно. Теперь выкладываем заранее обжаренные овощи, которые уже немного остыли. Добавляем соль, черный молотый перец, немного сладкой паприки и чайную ложку кориандра. Очень люблю эту специю в этом блюде. Хорошо все перемешиваем, чтобы все ингредиенты смешались между собой. Из полученного фарша формируем котлетки, примерно одинакового размера. Чтобы делать это было удобнее и проще, руки я предварительно смазываю растительным маслом. Форму для выпечки, в которой будем готовить наше блюдо, смазываем растительным маслом. Удобнее всего это делать при помощи кисточки. В форму выкладываем сформированные котлетки и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку запекаться в течение 30 минут. А пока подготовим вкуснейший соус. Для соуса нам понадобится еще одна средняя луковица. У меня луковица совсем небольшая, поэтому использую еще одну половинку. Нарезаем лук довольно-таки мелко. На разогретую сковородку наливаем немного растительного масла и выкладываем нарезанный лук. Обжариваем пару минут. Нарезаем чеснок. Снова при помощи ножа измельчаем чеснок и высыпаем его в сковородку к луку. Перемешиваем и все обжариваем. Теперь морковь. Одну среднюю морковь измельчаем на крупной терке. Вот сколько моркови должно в итоге получиться. Натертую морковь высыпаем в сковородку, хорошо все перемешиваем и обжариваем пару минут. Для соуса нам также понадобится томатная паста. Примерно 2-3 столовые ложки. Наливаем примерно 1 стакан воды и хорошо все перемешиваем. Должна получиться однородная жидкость. Выливаем томатную заливку в сковородку к остальным овощам, хорошо все перемешиваем и тушим примерно 3-4 минуты. На этом этапе добавляем сметану. Будет достаточно 3-4 столовых ложек. Очень люблю готовить такой соус именно со сметаной, тогда вкус получается более нежный. Хорошо все перемешиваем и тушим на небольшом огне еще буквально пару минут. К этому моменту наши котлетки, или по-другому ленивые голубцы, уже готовы. Вынимаем их из духовки и сверху выкладываем вкуснейший соус. Равномерно все распределяем, чтобы соус распределился по всем котлеткам. Отправляем в духовку еще на 10-15 минут запекаться при температуре 180 градусов. Вот и все. Посмотрите, какие аппетитные и вкусные ленивые голубцы у нас получились. Это еще один вариант приготовления, который, я уверена, придется вам по вкусу. Теперь вы сможете экспериментировать с разными вариациями этого блюда, добавляя свои любимые специи и ингредиенты. Надеюсь, что этот рецепт станет вашим любимым, и вы будете радовать своих близких вкусными и сытными ленивыми голубцами. Если вам понравился рецепт, обязательно ставьте лайк, мне будет очень приятно. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты, и до новых встреч!
Пока-пока.